День добрый. Кому я еще не надоел? Хочу немного поговорить и немного излить душу, как бы так, что ли. Вчера я сделал краткий обзор на бюджетные бритовки. Обзор получился коротким. Потемках как-то тут я весь был умотан крепко уже ни до чего. То есть я как сегодня посмотрел этот обзор, мне прямо аж это не по себе стало. Это же не обзор, ребят. Ну ладно. И вот, то есть исходя из всего этого, у меня появилось желание переснять обзор. Но параллельно я смотрел, когда на... Тут разговоры были про как-то еще про заточку у меня тут. Нет, не с вами, то есть там другой степи. Я как-то начал присматриваться к заточке. Ну да, блестит, да, волос рубит. Ну что-то в ней нет такого вот хищного. Короче говоря, отобрал я 4 бритовки, в которых вот нет этого хищного. И решил переточить. Нет, решил доточить на 12 тысячах грит, но у меня как-то это не прокатило. Поэтому, не знаю, к своему сожалению и, наверное, плюс для бритв, я начал с нуля. С тысячного и до 12 тысяч. Пробежался. В общем, в результате что? Полоска на бушке стала шире. Вот. Но об остальном я чуть позже. Шеститысячный камень у меня дал трещину. Как бы тебе жизнь дала трещину. Но я же... Думаю, 21 век. Сейчас я закажу. Заказал с условием, что я переплачу в 3 раза, но мне доставят максимально быстро. Из Москвы. Этот шеститысячник. Приходит шеститысячник. А он, как бы это показать-то на чем? Сейчас, секунду. Вот, долго искать не пришлось. А он вот такой. То есть, как лопасть. Винта самолета. То есть, нет, ну я бы вот, ну вот просевший, я бы как бы я поправил бы, но вот этот винт я как-то, честно сказать, не умею. Не встречался ни разу. Звоню, говорю так и так, мол, они говорят, не может быть, да ты его там, наверное, как-то там правил, ты его испортил. Ну, в общем, не проблема. Этот вопрос я решу. Я знаю, как это решать. Не проблема. Единственная проблема это по времени. Вот. Ну ничего. Ну что у меня такое с техникой? Он где заусенец? Я думаю, что-то она у меня на кончике-то послабже рубит. Заусенчик остался. Вот сейчас на видео видно. Вот так вот я их заново перезаточил. Вот полоска. Вот полоска. То есть она. Пошире чуть стало за счет этого. Это вот с таким значением. Одна короткая пшеничка. Пшеничная. То же самое попало на перезаточку. В итоге вот оно что. Вот видите, там вот заусенчик у пятки. Просто у меня уже что-то... Не получается по времени догонять как следует. Ну ладно. Об этом я чуть позже скажу. По поводу времени. Вот. Волос рубит прям под рукой-то. Ну ладно, под рукой нету. Волос рубит хорошо. Ну куда и деваться еще бы. И с 2 вот такими короткими классическими тоже на переточку попало. Он также на пяточке я не дорабатываю на ремне.
Что я хочу сказать? Я, конечно, не против того, чтобы вот все это дело делать от и до полноценно. Но, вот, допустим, сейчас вот переточить, не с нуля заточить, а переточить, 4 бритвы у меня заняло ровно полдня. Допустим, если бы это было бы с нуля, то есть там сначала кромку надо углы пошибать, потом посмотреть, там все это выровнять, эту кромку, так далее, то у меня практически целый день бы ушел на заточку 4 бритв. А если мне их было бы 8, сами понимаете, 2 дня. Ну, не располагаю я таким запасом времени, честное слово. То есть, с моей-то похотой, вот этой беготнёй, прям закрученной, прям крепко завинченной, прям вот так вот, что даже пишу списки, чтобы что-то где-то не пропустить бегом, на бегу. То есть, я как-то, честно сказать, не готов к полноценной заточке. Ну, не готов. Ну, куда деваться? Не продавать же, то есть, незаточенные бритвы, да? Хотя бы я с удовольствием продавал бы незаточенные со скидками, прям реально. Прям вот даже вот так бы был готов. Ну что ж, вряд ли кто согласится с этим, чтобы получить бритву незаточенную. Что еще, да? По поводу всяких вот таких вот марок стали. Спасибо за совет. Прям согласен с вами, что да, как-то корявенько это дело выглядит. Но это обломок старинный, это еще ему года 2 или 3, не помню. Я тут им как ножичком подрезаю, что-то так. Вот. То есть, я, в принципе, писал для того, чтобы покупатель знал, что да, я беру вот именно вот эту сталь, она у меня вот именно такая вот сталь, а не какая-то другая. И поэтому я ее пробивал, то есть на лезвие, чтобы, то есть не возникал даже вопроса, там, даже спустя там 100 лет, что вот она U10A, значит она U10A. Но, глядя со стороны, глазами пользователей, это выглядит убого. Я, естественно, как обычно, прислушиваюсь. Почему прислушиваюсь? Потому что вот у меня есть бритва, которой им бриться, а пользователь, который говорит, который, то есть, может быть, даже рассматривает даже мои бритвы как свою бритву, то есть, ему виднее, я считаю, я же работаю для пользователя, а не для себя. То есть, пользователю виднее, что должно быть, что нет. Ну, в общем, 18, то есть, это год 18... Вроде бы, можем бы и оставить, как бы, но только вот это вот без Г и точку, там никаких не надо точек. В общем, только 18. Все, вас услышал. Как говорится, нашим легче, меньше тюкать. Ну вот с буквой К, это клеймо, проблематично. У меня 1, 2, 3, 4, 5. 5 штук клейм у меня лежат. Они прям уже все плоские. Они расплющились. То есть, их хватает от одного клейма. Хорошо, если вот я полноценно буду работать месяц, прямо так, то через месяц этого клейма уже не будет. Настолько плотная сталь, что я их просто расплющиваю об эту сталь. Об отпущенную. То есть, сталь отпускается до самого мягкого состояния. И самое мягкое состояние в районе 50 единиц. Поэтому клеймы долго не живут. В горячем состоянии вы скажете, да, согласен, в горячем тюкнул. То есть, любая сталюга все равно промнется. Но, когда в горячем состоянии происходит удар, то здесь получается вот такой вот увод общий клинка. Он загибается под лыжу, ну, слегка. А металл вот здесь лишний выпирает наружу. То есть, если вы не... Вам по барабану, как говорится, если у вас бритва будет кривая с всякими... неудобными вещами, но тут долго это рассказывать, канитель-то, то мне кажется, это не надо, потому что я не раз уже испортил так вот бритвы, а испортил как? Вроде красиво смотрится, все здорово, одеваю в оправу, она
тут уперлась, тут косовато заходит, то есть тут много всяких нюансов. Надеюсь, вам не надоело сейчас своей болтовней. Вот, поэтому стучу на холодную, но сначала предварительно делаю отпуск максимальный. Но все равно, вот я говорю, клеймо месяц. Хотя мне самому бы хотелось, честно сказать, чтобы было не просто К, а К, какое-то буквище, чтобы было, а не просто буква. Вот так вот. А так, если да, у меня вообще нет клейма. Вообще, они просто все умерли, все клеймы. Клейма вот. Нет, это уже сбито совсем. Нет, сбито тоже. Ну, вот такие вот варианты, они у меня уже давно умерли. Их давно уже нет. Просто вот одно тело осталось от них. Вот оно, мое клеймо. Вот. Это напильник. Перекаленный. Постоянно подтачиваю, потому что оно тоже сыпется. Примерно букв К штук 10 поставлю, и все. Ее надо полностью перетачивать. Ну, это не проблема, конечно, но все же как-то перетачил, опять рабочая часть. Но клеймо уже перетачить не получится. Там все надо заново заказывать, все это делать. А у нас с этим вообще есть проблематично. Мало того, что дорого. Надо заказывать там через полстраны, но это еще и проблематично оказалось. Ну что ж, вроде все сказал. Ничего не забыл. В общем, остаток половины этого дня сейчас пойду решать вопрос по поводу камня завинчиванного. Камень-то японский, я не понимаю, что они с ним сделали такое, или уж подделка. Ну, это уже не проблема, я его просто тупо верну. Я не смогу его выправить. Вот так вот. То есть, прям даже вот это видео можно назвать «Слезы будней». Вот как-то так. По-другому даже не знаю, что и сказать. Но это естественно. В производстве, вот чтобы все гладко, я редкие такие случаи помню, чтобы было прям совсем все гладко, и прям вот шло все как по накатанному, прям вот красотень сплошная. Нет, это настолько редко, что я даже не помню такие случаи последние, когда происходили. Что ж, теперь-то вот я вот эти вот 4 бритвки развешиваю сегодня, надеюсь, уже на сайте. Думаю, у меня уже сегодня время хватит вместе со всеми там заморочками. И плюс еще 2 бритвы, которые там у меня еще лежат, уже готовы тоже вместе вот с этими одновременно на фотосессию, как говорится. Там причесать, протереть, отфоткать там все это дело. По яркости иногда поправляю, потому что бывает яркость какая-то там у меня там пересвеченная прям сильно, да. Чуть-чуть яркостью играюсь, чтобы она была прям вот... То есть, смотрю на бритву, и чтобы она на фотке была один в один. А пушка пересвечена, она какая-то вся белесая, с какими-то оттенками. Это, думаю, неправильно будет. Но в основном они у меня получаются вот... То есть, 95% из всех фото, они у меня живые, не редактированные. Как оно вот есть, так оно и есть. Ну что ж. Хорошо с вами. Перекур параллельно. Есть время маленько отдышаться, как говорится. Ослабиться чуток. Ну все. Я побежал. Надеюсь, я сильно не надоел своими разговорами. Да, по поводу, да, шлифовки, полировки лезвий. Чуть не забыл. Да, я согласен. Но не в этот раз. Все, я понял. Я вас услышал. Все приму к сведению. Все, до свидания. Добра вам.